Тюша, что это за такое место, да? Это вот это вот. Вот это вообще. Вообще, где ты сейчас находишься? В этом же парке, правда? Да, да. И когда-то ты был тоже вот в скайпарке. Мы только что были на канатной дороге Краина Мрий, как-то называется, да, это скайпарк. И мы только что катались. Чем? На батутах. Там 100 гривен безлимитка. А здесь уже будет по 10 минут. То есть выгоднее. На резинках. Хочется какого-то праздника, но расслабиться сильно нельзя. Потому что все равно есть опасность авиаударов. Угу. Рискнули сегодня выйти. Ну да. Людей не очень много, но есть. У нас весны, считай, не было. Уже май месяц. Все сидим дома, вот большинство. Класс! Ага. Это машина. Оно не перевернется? Оно не может перевернуться? Оно, наверное, может. Нет, оно, наверное, не может перевернуться, потому что там, смотри, какие-то есть... Не знаю. Не дадут. У нас есть чертовое колесо. Прикольная, да? Ну да.